Здравствуйте, мои дорогие подписчики, с вами Елена. Я буду делать сейчас такой расклад необычный на любовь к себе. Я сейчас зажгу красные свечи. Красный цвет означает любовь, страсть, победа. И буду смотреть на картах Ленорман, на такой прекрасной колоде «Золотые мечты». Я сейчас в колоде буду искать карту сердца и делать диагностику, что же у нас с сердечком происходит. Именно любовь к себе. Любовь к себе. Это самое главное, что должно быть. Смотрите. Окружает такие карты, как карта рыбы. Я буду показывать вам, так будет удобнее. Карта рыбы и карта луна. Это говорит о чем? Что ваше сердце всегда эмоционально. По рыбам и луне всегда вы переживаете за других. Вы очень добрый человек. Многие вами даже пользуются, возможно, вашей добротой, доверчивостью, вашим чистым, открытым сердцем, что очень плохо, конечно. И сейчас я хочу сделать такую чисточку небольшую на любовь к себе. Я оставляю здесь эти карты и буду исцелять. То, что нужно исцелить, я сейчас еще зажгу благовоние. Это прекрасные такие ароматические благовония палочки. Очень запах приятный на любовь. И сейчас я буду в колоде смотреть карты, выбирать при вас и показывать вам, что нужно исцелить, какие есть блоки, именно почему вы не можете любить себя, себя, любимую, единственную, родную и наглядную. Какие карты выйдут? Карта развилка. Ваше сердце всегда разрывается. Всегда вы делите свое сердце с кем-то. Сначала кто-то, а потом, конечно же, вы. Так нельзя. Что еще есть? Какие блоки, что ставишь на нелюбовь к себе, любимый? Ваше общество. Ваше общество, ваше окружение занимает у вас очень много вашего места в вашем сердце, в вашем пространстве. Что еще блокирует то, чтобы полюбить себя, себя прекрасную женщину? Потери, много потерь, тревог, нервов, стрессов, неприятностей. Вы очень за все переживаете. Вы такой человек, который все-все-все принимает близко к сердцу. И что, конечно же, неправильно. Давайте еще я возьму карты. Что еще нужно исцелять? Что нужно исправлять, какие блоки убирать. У вас много манипуляторов. Манипуляторов людей, которые манипулируют именно вами. И вы доверяете им, и эти люди потом разбивают ваше сердце. И делают вам больно, грустно и досадно. Многие люди обязуют вас в чем-то. Какие-то обязательства на вас вешают, что вы ответственный, такой добрый человек. И вы думаете, если я это не выполню, конечно же, обо мне плохо подумают. Там, или что это я должна сделать, обязана маме, соседям, коллегам и дальше, и прочее, прочее, прочее. Что еще блокирует? Ну, как я вот сказала, ваша семья. Очень много вы любви отдаете вашей семье, а себе оставляете совершенно малую часть. И это очень нехорошо. Что еще блокирует любовь к себе? Много чего блокирует.
Вы мечтаете, говорите только «я люблю себя» или «я буду любить себя», или «я буду только любить себя» и все такое. Это только мечты. А на самом деле вы не испытываете никакой любви к себе. Что еще вам мешает? Карта крест. Тяжесть. На сердце есть тяжесть. Вы не можете отпускать ситуации. Вы не можете легко расставаться с негативными людьми. Вы близко к сердцу, пропускаете через сердце свои все эти эмоциональные тревоги у вас. Недовольство какое-то с собой, окружающими. Все близко к сердцу вы принимаете. И потом ваше сердце вот в таком состоянии находится. И о какой любви к себе здесь идет результат. Я убираю эти карты. Они нам сейчас пока не нужны. Вот поставлю здесь вот эту вот карту, чтобы вы видели. Любовь. Любовь к себе. К себе любимый, единственный, дорогой, прекрасный. И я здесь поставлю символ такой. Это такие прекрасные мандаринки. Уточки-мандаринки, которые привлекают любовь. Но прежде чем искать себе пару, кто в поисках, или прежде чем наладить отношения со своим нынешним мужем, мужчиной, партнером, мам, девочки, дорогие, нужно полюбить себя. Вот. И сейчас я вам покажу такой один камень, очень красивый камень. Ну, как бы так, на камере, может быть, смотрится обычно. Этот камень я привезла. Морской камень, я его нашла на побережье моря. Такое вот сердце, очень необычный. И он приносит мне удачу, именно удачу в любви. И я полюбила себя, я люблю себя, и этим я с вами сейчас буду делиться. Вот этот вот камешек, он вам поможет, вот мандаринки, камешек. Это все привлекает любовь к себе. А сейчас я возьму карты феи, карты Ленорман. И они исцеляющие. Они помогут вам, помогут полюбить себя. Вы научитесь полюбить себя. Посмотрите это видео. Карты феи. Прекрасная колода. И мы излечивать будем все блоки, все препятствия, все преграды на пути к тому, чтобы любить себя. Излечивать будем. Вот смотрите, первая вышла карта дерева. Это значит, сердце именно в физическом уровне, во-первых, вас беспокоит, многих девочек беспокоит. Сердце не на месте, сердце не в порядке. Эмоционально не в порядке, и также и физически. Это все излечивается, сердечко успокаивается. И мы начинаем любить себя по карте дерева. Смотреть на себя, какая вы красивая, какая вы здоровая, какая вы сильная, какая вы молодец. Сколько у вас сил, сколько же у вас еще сил. Какая еще карта выйдет? Это карта лилия. Прекрасная карта лилия. Я вот сюда ложу, вам их не видно, конечно, потому что я так поставила камеру, чтобы вы видели свечи, благовония. Лилия. Это любовь к себе такая верная, самая верная, какая может быть. Это любовь к себе. Вы научитесь, девочки, любить себя. Какая еще карта выйдет? Это карта якорь. Вы будете всегда себя любить. Вот всегда-всегда. Сначала себя, а потом уже все остальное. А потом уже своего близкого, любимого человека. А потом уже работу. А потом все это потом. Но сначала можно научиться любить себя. Любить себя. Быть себе защитой, силой, опорой. Быть такой сильной и не вестись на манипуляторов,
провокаторов, нехороших, плохих, негативных людей. Какие еще карты выйдут? Это карта книга. Эта книга, карта говорит о том, что вот вам все знания даны, все возможности. Вот этот ритуал я сделала небольшой для вас. Все для вас. Откройте эту книгу, себя как книгу. Откройте эту книгу и полюбите себя, мои дорогие. Я еще возьму несколько карт, и мы посмотрим, что же еще выйдет. Карта сад. Найдите гармонию сама с собой. С собой любимый и дорогой. Любите себя, повторяю много раз, потому что это ритуал. Любите себя, себя любимую. Это вам по судьбе крест. Не нужно нести тяжелый крест. Какие-то решать проблемы, задачи, беспокойство, каждодневная суета. В первую очередь любовь, понимание себя. А остальное все, конечно же, будет. Карта леса. Найдите способ полюбить себя. Будьте яркой такой, красивой, как эта лисичка. Смотрите за своей внешностью, за своим телом, ухаживайте, принимайте какие-то процедуры, какие-то успокаивающие, может быть, медитации, слушайте ванны, каждому, что нравится. Любите себя. Вот, вы не любите себя. Видите, какая карта выходит? Любите себя. Многие, кто будет смотреть это видео, не любят себя. Уже вот все просто, как есть, так и есть, думает. Как идет, так идет. Что будет, то и будет. Очень много страхов, очень много неверия в себе, в свое будущее, в свою силу. Это нехорошо. Неверие, вот эти крысы съедают, съедаете себя. Постоянно съедаете. Я какая-то не такая, что-то со мной не так. Почему-то у всех вот так, а у меня не так, потому что вы не любите себя. Не любите. Вот вы и вышли, девочки. Девочки, ваша карта и вышла. Вы любите себя. Вы номер один для себя. Вы будете любить себя. И скоро по карте коса. Что будет у вас скоро? Давайте посмотрим. Полюбите себя. И что произойдет с вами скоро? Это карта ключ. Прекрасная карта. Вы будете открывать этим ключом все свои возможности. У вас наладятся и отношения. У кого нет отношений, появятся новые отношения. И с работы все пойдет. И денежный поток откроется. Все у вас будет, девочки мои, дорогие, прекрасные. Как вот будете цвести, как вот эта карта букет. Цвести и пахнуть. Я заканчиваю здесь этот ритуал. Я настраиваю вас, дорогие, на любовь к себе. Любите себя. Смотрите за собой, ухаживайте за собой, за своим здоровьем, внутренним состоянием, эмоции свои, гоните плохие мысли, весь негатив, негативных людей. Все убирайте, убирайте. И относитесь к себе, как к маленькой принцессе. И вы увидите, как ваша жизнь поменяется. И все у вас будет просто замечательно. А я желаю вам любви к себе, любить и быть любимой. С вами была ваша Елена. До свидания, мои дорогие.